Приветствую всех у себя на канале. Всем здравия, я Роман Головин. И сегодня хотел бы с вами поговорить про некоторые упражнения, ну, в том числе и у нас на канале. Упражнения, которые мы даем, ну, есть на канале, там, не помню, какое количество, там, да, в том числе и мантры, и упражнения. И если их использовать, они, да, работают. И в ченнелингах мы это говорили, как бы, но они работают на ком-то так средне, на ком-то ниже средне, на ком-то, может быть, вообще не работают. Но я хотел поговорить о темных больше сегодня, наверное. В каком смысле? В смысле том, что когда у вас есть темные, вы начинаете какие-то упражнения делать, ну, не знаете о них ничего, то могут быть проблемы, кстати. Такие вещи уже наблюдались, и прежде чем такие упражнения делать, лучше обращаться сразу на консультацию, посмотреть, есть ли темные, нет никаких порчи глаз. И после этого можно уже эти упражнения либо делать, либо какие-то специальные упражнения заказывать у контактера, которые именно будут конкретно подходить только вам. Потому что, смотрите, да, вот, допустим, вы включили видео. Ну, есть люди принципиальные, да, не хотят брать консультации, хотят всего сами добиться. Не получится. Для этого существуют контактеры, которые должны давать эту информацию. Вот вы, например, открыли это упражнение там, либо в йоге, либо мантра какая-то, либо еще энергетическое упражнение. Вы его делаете, что-то ощущаете. А если специально для вас, для какой-то цели, специально мы найдем упражнение, вы будете делать, это в тысячу раз будет эффективнее, лучше, и вы быстрее будете развиваться. Это все равно, что вы идете пешком, допустим, там от Киева до Черного моря, да, там, или, грубо говоря, взяли машину и поехали. То есть разница есть, вообще колоссальная разница. И, ну, это не тот момент, когда надо экономить на себе, надо развиваться, надо узнавать о себе информацию, надо двигаться дальше, ощущать это на себе, пробовать и идти вперед. А темные, когда у человека находится, человек начинает духовно развиваться, они начинают еще сильнее палки в колеса вставлять, то есть человеку еще хуже становится. Поэтому человек, ой, это плохое упражнение, мне от него плохо стало, Роман, зачем вы такое упражнение даете? Я говорю, ребят, когда вы просто попали ко мне на канал, взяли какое-то одно упражнение, начинаете его делать. А зачем вы его делаете? Для чего? Что это вам даст? Может, он вообще ничего не даст? Почему мы редко даем там какие-то виды медитации специальные, общие, да, какие-то мантры, какие-то там специальные слова, руны какие-то общие? Да потому что они вам навредить могут. Мы сделали как пример там несколько вариантов и показали вам. И некоторые это ощущают, некоторые просто довольны, это реально работает у кого-то. Но, опять же говорю, это может привести к вреду. Поэтому такие вещи не показываем. Когда-то мы примеры частных ченнелингов снимали, показывали. Сейчас мы это не показываем. По какой причине? Потому что люди это смотрят. О, я хочу вот это, о, я хочу то там. А зачем это хотеть? Надо просто понимать, что вам нужно. То есть вы смотрите лекции на канале, потом обращаетесь. А не просто посмотрев какую-то одну-две лекции. О, Роман, я хочу там к вам обратиться. А потом говорят, Роман, а вы знаете, сколько шарлатанов? А вы тоже шарлатан там. Я говорю, ну, ребят, я говорю, так не делается. Я говорю, если вы кому-то хотите обратиться, там рекомендации какие-то, посмотреть хотя бы просто, ну, несколько месяцев наш канал внимательно, почувствовать наш. Если вы взрослые люди и стоите на пути духовного развития, надо почувствовать нас. А многие клиенты, да, те, которые даже по 2-3 года с нами вместе, все равно многие вещи не понимают до сих пор. Я это вижу, как бы, да, потому что, во-первых, то, что там с той стороны экрана происходит, что-то смотрите, видео, лекции, а когда вы непосредственно заказываете какие-то консультации, ой, а что такое есть, ой, а почему вот это вот, а почему вот это? Да потому что программа у вас такая, у вас этого нету. А у другого есть. И поэтому нам кажется, что все, он там царь и бог стал, да, после консультации и работы над собой, да. А другой, что не сделаешь, ничего нету. Потому что либо он в зале ожидания находится, либо у него темный, либо у него просто такая программа, чтобы у него все это медленно шло. Поэтому
А это очень важно для понимания. И многие упражнения, они могут пойти во вред. Поэтому сперва проверяемся на все, что вам мешает, на темных, на почву, на сглаз, на энергетические блоки, привязка к эгрегорам. И это очень важно для понимания. Про темных я очень много рассказывал у себя на канале. Можете посмотреть очень много видеолекций, посмотреть, чем мы занимаемся, как это все выглядит, как это работает, что такое программа человека, что такое развитие. Сейчас очень много новых подписчиков появляется. Иногда повторяю, специально для вас повторяю, чтобы вы понимали, что не просто так там видео посмотрели, а классно, давайте еще это посмотрю видео, это и это. То есть, если вы вырвали из канала там десяток, 20 видео каких-то, это ничего не означает, вы ничего не поймете. Нужно фактически смотреть почти все видео, как бы, да, для понимания. Есть отдел питания, есть отдел духовного развития, как бы, да, есть отдел, который там мы разбираем смежные какие-то вопросы, там, да, там, вплоть до того, что там дом купольный, да, я строю и смотрю, даже вчера в интернет заходил, многие люди начинают уже строить. То есть уже, да, развитие земли пошло, то есть люди понимают, для чего должен купольный дом быть и так далее. То есть такие вещи, они очень важны. А раньше люди строили, я спрашиваю строителя, а вот человек у тебя строил, заказывал, он вообще знает, что такое купольный, для чего он его строил? Нет, ничего не знает, просто захотел, построил. Ну, странно, да, там. То есть, во-первых, он дороже, во-первых, сложнее его построить и так далее. То есть нужно понимать, для чего его строят. И тогда, ну, человек сознанием, с толком, с расстановкой может двигаться дальше. И сегодня, опять же, хочу сказать, что, резюмируя, не надо ничего делать слепо. То есть сперва надо понять, что это, для чего это. Потому что вот на примере моего канала, хотя у нас информация проверена, мы просто так ничего не выставляем опасного. Но даже встречаются редкие случаи, раз за 4, за 5 лет, что да, на некоторых людей это плохо влияет. А представляете, если есть каналы и люди, которые вообще выставляют кучу всего, какие-то техники, смотрим на картинку там, вот, куча разных картинок, какая-то музыка, это все придумали темные, и эти вещи закрывают, наоборот, сверхспособности. Очень много разных, может быть, кто-то из вас разбирается в этих вещах, и можно как-нибудь один раз а вот сделать ченнелинг отдельный, да, то есть создать вот эти вот картинки, прислать нам различные методики, да, которые проводятся в мире, кто сталкивался с ними, можно их все проверить будет, вот, то есть будет, думаю, интересно. Поэтому будьте аккуратны, смотрите, что пробуете, вот, обращайтесь лучше за частными, индивидуальными вопросами, и тогда все у вас будет хорошо, и никогда никто не навредит вам. Прощаюсь с вами, удачи, хорошего настроения, увидимся в новых выпусках. Всем пока!